доченьке мать говорит: у тебя все куклы на полу валяются, наведи порядок. Отвечает доченька: мама, мы играли пьяных, пусть пока они поспят. У меня зарплата теперь измеряется в тысячах долларов. Например, за этот месяц она составляла 4000 долларов. Новый русский в Париже тормошит гида возле Эйфелевой башни. Слышь, дружище, я сюда выхожу 20-й раз. Но однако ничего тут не меняется. Отвечает тот ему: ну и что по-вашему должно измениться тут? Новый русский говорит: все никак я не пойму, нефть нашли тут или нет. Объясни-ка мне, Мадонна, что является гарантом самой крепкой из семьи. И. Раскормленный живот мужа. Раз. Часто женщины меня называют идиотом до тех пор, пока не знают, сколько денег у меня. А когда узнают, начинают называть нищебродом идиотом. Говори слуге Шаляпин, один раз я посылал тебя к балерине передать конфет-коробку. Теперь выясняется, ты 3 раза приносил от моего имени. Что все это значит? И слуга отвечает: та коробка стоит 1 рубль, балерина мне на чай давала 3 рубля. Вот решил я подработать. На 105-й минуте размышлений о том, с чего бы начать уборку новогоднего стола, пришла классная идея: не попить ли мне чайку? Петерюха, вы всю жизнь прожили в деревне? Кто вам это говорит? Далеко еще не всю. Подписываемся, кликаем на колокольчик.